Рады, что сегодня вы выбрали футбол. Всем привет! Сегодня мы работаем для вас со стадионом «Ванда». Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. До гостей. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Рады, что сегодня вы выбрали футбол. Всем привет! Сегодня мы работаем для вас со стадионом «Ванда». Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. До гостей. В этом матче команда сыграет по схеме 4-5-1. Да, тренер решил предельно насытить опорную зону. Рады, что сегодня вы выбрали футбол. Всем привет! Сегодня мы работаем для вас со стадионом «Ванда». Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Метрополитано. Первая часть названия принадлежит спонсору «Ванда Групп», а «Метрополитано» он назван в честь старого стадиона «Атлетика», на котором он проводил свои матчи до переезда на Висенте Кальдерон. «Атлетику» разыграл мяч в центре поля, игра началась. Коке. Диего Коста. Отличный отбор мяча. Вот это пас прекрасный. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд.